Ребята, пока кто-то из вас еще качает двухстволки в игре, на сайте CrazyVod уже успели ввести четырехстволки. Плати за одно открытие кейса, а получай сразу 2, 3 или 4 дропа. Это совершенно новый формат кейсов с лучшими дропами внутри. Есть шанс выбить прем на месяц, 15 тысяч золота и прем восьмерку всего за сотку. Пополняй счет с моим промокодом Jovius, получай бесплатный кейс и 15% бонус. Сумасшедшая щедрость по ссылке в описании. Всем привет, ребятки, с вами Джов, и сегодня я хочу вам рассказать о последней халяве от наших разработчиков в рамках акции Twitch Prime. Все последние полгода я вам рассказывал каждый месяц о новых пакетах, и каждый месяц у вас была возможность приобрести за 100 рублей 2 прем-танка, 3 прем-танка, огромную кучу плюшек, эксклюзивных командиров и многое-многое другое. Но это, друзья, 14-й пакет Zulu — это последний пакет в рамках этой акции. То есть больше такой возможности что-то приобрести у вас не будет. Wargaming и компания Twitch, оно же Amazon, заканчивает, я так понимаю, свое сотрудничество, и 14-й пакет Zulu это последний пакет. Так что очень сильно вам рекомендую пройти по ссылке в описании, приобрести этот пакет, потому что в будущем получить два према, один 8-го, а другой 6-го уровня всего лишь за 100 рублей, у вас просто такой возможности не будет. Но перед тем, как мы начнем подробно обозревать этот пакет, я вам буду рассказывать, что там внутри есть и какого оно, как говорится, на вкус. Напоминаю, что в рамках подобных видосов я разыгрываю среди зрителей 20 тысяч голды. Чтобы участвовать в розыгрыше, нужно всего лишь нажать лайк этому видосу, оставить один комментарий со своим танковым никнеймом и быть подписан на канал. Через несколько дней мы подведем итоги, которые будут выложены в группе ВКонтакте, и 20 победителей получат по 1000 голды. А так, поехали. Итак, друзья, сейчас вы видите мою статью, которая находится в моей группе ВКонтакте по ссылочке в описании, которая рассказывает, что же есть в новом и последнем 14-м пакете Zulu. Поехали. Тут у нас, как говорится, краткий экскурс, что там внутри есть. Много всего разного интересного, заранее говорю. Вот. Тут и прем 8 уровня, и прем 6 уровня. И еще один временный прем, который дается на рандомное количество дней 7 уровня. Универсальное пособие, друзья. 20 задач на X5 опыта. Плюс уникальный стиль, который называется прямой эфир и который эксклюзивный, и нигде больше его достать нельзя. Плюс снаряжение, плюс танковый день премиум аккаунта. Разные там медальки, шмальки и прочая фигня. И это все, друзья, все лишь за 100 рублей. Итак, поехали. Конечно же, первое, что хочется обсудить, это уникальный стиль, который называется прямой эфир или элит аметист. Уникальный стиль навсегда выдается вам, вы можете поставить на любой танк, вот так он очень красиво выглядит. Вот, сам стиль уже достаточно долгое время есть в игре, но выдавали его всего лишь год назад, и сейчас это последний шанс его приобрести. Дальше вы получаете в аренду на полмесяца два прем-танка, что самое ценное в данном пакете. Это поляк 50 ТП прототайп 8 уровня, и это поляк пудель прем 6 уровня, тоже в аренду на 14 дней. Также у вас и появляется уникальная возможность потом выкупить эти премы со скидкой в 15%. Вот, через 90 дней после окончания аренды. Далее вы получаете эмблему «Почетный стример». Вот так она, видите, маленькая такая. Плюс, это одно из самых ценных, скажем так, штуковин в этом пакете, друзья, это целых 20 боевых задач на X5 опыта. То есть вы активируете этот пакет, и после этого в каждом победном бою ваш опыт будет умножаться на X5. Это просто охрененная штука, и она позволяет максимально быстро прокачать какую-то ветку. Вот есть у вас какая-то ветка, хотите ее прокачать, или прям хочется как можно быстрее получить новый танк 10 уровня. Друзья, вот это прям реально офигенный лайфхак. Играете, выполняете эти задачи, побеждаете в боях. Там условия очень простые, надо просто победить и попасть в топ-10 по опыту. И получаете очень много опыта, то есть X5. Это крутая штука. Далее из более мелкого, один день танкового премиум аккаунта. Снаряжение 15 штук, 5 больших ремкомплектов, аптечек и автоматических огнетушителей. Ну и под конец, чтобы, как говорится, вишенкой быть на торте, боевые задачи набора Zulu. 5 БЗ всего доступно. Вот, если мы откроем, мы увидим, что тут самые разные задачи, они выполняются по цепочке, и в конце вы получаете, ну и в течение всего, и в конце вы получаете огромное количество плюшек. Вот, вот, собственно говоря, все эти плюшки. В 2 раза больше опыта экипажа 3 раза в сутки, 21 универсальный фрагмент чертежа, 5 больших еще ремкомплектов, еще 5 больших аптечек, еще 5 автоматических огнетушителей, плюс огромное количество резервов. По 300, 300 и 100%, сами их видите. Ну и учебное пособие универсальное для польских экипажей. Вот, вот такая вот, друзья, история. Все это по ссылке в описании. Приобретайте, всячески рекомендую. Напоминаю, что это последний 14-й пакет, больше они продаваться не будут. Плюс, опять же, по ссылкам в описании вы можете найти еще и старые пакеты Лима с уникальным
чешским танком СТРВ-81. Это уникальный чешский прем 8 уровня, его нигде не продавали. И можете найти предыдущий прошломесячный декабрьский, если я не ошибаюсь, набор Майк. Там тоже есть два прем-танка, и все это, друзья, тоже всего лишь за 100 рублей. В общем, приобретайте, фармите, нагибайте, как говорится, получайте удовольствие, и увидимся на стримах. Пока. Так. Охуенно, просто охуенно. Такая халява и за 100 рублей.